Сегодня день, когда станция сбора крови надеется набрать побольше и обеспечить жизненно важным материалом все больницы Приморья. Сегодня день донора. Людей на этот раз звали, в том числе и через соцсети. Что из этого получилось, нам расскажет Наталья Ладудько. Посмотрите, какая очередь, какая толпа. Просто какую очередь пришлось отстоять, чтобы выполнить свой человеческий долг. И сегодня очень много спортсменов собралось. А здесь почти в полном составе Федерация по легкой атлетике Приморского края. А мы, кстати, встали в пробку, чтобы попасть в это здание. И решили узнать у всех этих людей, а зачем сегодня они пришли выполнить долг и сдать кровь, отстояли эту огромную очередь. И давайте послушаем, что они ответили. 30 лет сдаю, можно сказать. Вот, и как-то уже привыкла, втянулась, сдала, себя чувствуешь прекрасно, кому-то помогла, где-то жизнь спасла какую-то, и вообще надо сдавать кровь. Наше руководство сказало, что надо помочь. Мы вот со своими коллегами решили, изъявили желание помочь в столь тяжелое время. Помогать людям, кому нуждающимся в крови. А как часто? Ну, я еще и по вызову являюсь донором, поэтому иногда раз-два в две недели, иногда раз в месяц. Вот такие ответы. Это, во-первых, показатель того, в каком неравнодушном городе мы живем, а еще в каком здоровом. Ведь сколько людей по показателям подходит для того, чтобы стать донорами? Ведь сдавать кровь можно не всем. Здравствуйте. Я спрошу у врача Ольги Анатольевны. Хочу давно сдать кровь. Что мне для этого нужно? Нужно ли сдавать какие-то анализы, чтобы доказать, что я ничем не болею? Ну, все проверки донор проходит у нас на станции. Прежде всего, вы должны подойти к нам с паспортом. Ваш вес должен быть не менее 50 килограмм. В регистратуре вы пройдете медицинское заключение по базе медицинских отводов, а дальше с вами проведет беседу врач. Кроме того, клиническое обследование крови, и вы уже донор. Ну, 50 килограммов меня немножко смущает. А если плюс-минус там 2 килограмма можно сдавать? Плюс можно. А минус? Нет. Совсем, да, категорично. А сколько вообще сегодня людей пришло? Посчитали уже немного? Сегодня много. Здесь только, здесь, во Владивостоке, больше 200 человек записалось в регистратуре. Вот сейчас они проходят медицинский осмотр докторов. Больше 100 человек уже сдали кровь. Кроме того, в наших филиалах на территории края тоже сегодня акции, тоже люди сдают кровь. Поэтому вот такой вот праздник, я считаю, что удался. Спасибо вам большое. Но я хочу сказать, показатель действительно хороший, но это не значит, что стоит расслабиться и сказать, мол, без меня справятся. Если вы давно уже планировали сдать кровь и не решались, где-то ленились, то пусть вот этот сюжет станет знаком свыше, что действительно нужно приходить, сдавать, ваша кровь нужна каждый день, потому что доноры, они действительно спасают жизни.